Маленькому жителю Северодвинска необходима помощь. Полтора года назад врачи поставили 2-летнему Артему диагноз «шейный свищ». Русфонд собрал больше половины суммы. Необходимо еще несколько десятков тысяч рублей. Помочь могут все жители Поморья. С самого рождения Артем казался вполне здоровым ребенком. Любимое увлечение – машинки, играет и двигается активно. Единственное беспокойство вызывала шея малыша. Она постоянно влажная. Родители считали, что это пройдет. Ребенок подрос, но проблема осталась. Пока ребенок маленький, толстенький, складочки, думали, ну, потеет. Вот, там, ну, как, купали каждый день, все нормально, все хорошо. Потом, как, ну, начал подрастать, шея выпрямляется, все равно сырость. Стали, ну, как, влажность. В больнице выяснилось, в шее у Артема небольшое отверстие. Из него выходит слизь. Диагноз – шейный свищ. Врачи объяснили, на этом месте образуется киста, которая может загноиться и привести к инфекционным заболеваниям. Все, она посмотрела, там, ну, без УЗИ, без ничего, просто там посмотрела, пощупала, говорит, вот у вас свищ, надо делать операцию, и дала, ну, направление, там, сказала, как будете готовы, там, чтобы месяц не болел, там, ничего, приезжайте, сделаем. Наталья нашла для Артема одного из лучших детских хирургов в стране. Он работает в Ярославской клинике. По словам специалистов, операцию необходимо провести как можно раньше. Назначили дату – 12 ноября. В случае, если уберем все полностью и хорошо, то эта проблема будет решена. Останется небольшой рубчик на передней поверхности шеи. И, надеюсь, этим все закончится. Стоимость операции – 120 тысяч рублей. Для родителей Артема сумма неподъемная. Читатели газеты «Коммерсант» совместно с Русфондом собрали большую часть денег. Не хватает 37 тысяч рублей. Чтобы помочь малышу, необходимо отправить смс-сообщение со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Артур Ромих, Алексей Целищев и Александр Прилуцкий. Вестник Северодвинска.